Всем привет! Привет! Мы возвращаемся к нашим динозаврам. Они уже по нам соскучились. Тем более сейчас должны быть новые турниры. Пока что игра прогружается. О чем я еще хотел рассказать? Я плюнул и еще 3 инкубатора запустил за 5 баксов. За 10... О, за 25, 50, по-моему. Так... Мы здесь какую-то награду получили. Потише сделаем. Но это за те турниры, которые мы вчера участвовали в прошлой серии. 100 баксов, хорошо. Офиакодон, редкий. Замечательно. Замечательно. Что у нас тут показывает? Зайдите в центр. Не нужно нам это. Не нужно. Не нужно. Не нужно, не нужно, не нужно. Это у нас что такое? Босс через 3 дня 22 часа. Хорошо, с боссом мы тут полупимся. 1 час, да. Будем ждать, будем ждать. Быстренько сейчас тут все. Мы задание выполнили. Хорошо. Никто не знает толком, в чем состоит проект Арес. Никто, кроме Масрани и доктора Ву. Я просто забочусь о тебе, Барри. Я сегодня еще за других дрессировщиков работаю. Времени совсем нет. Мне пора идти к животным. Да, мы посмотрим, что там, да как там. А улучшить, блин, не. Ну, денежек у нас немного, в принципе. В принципе. И я в прошлой серии забыл, что у нас есть еще и доисторические животные. Вы представляете? И мы их сейчас посмотрим. Ну, помимо этого, я вот построил вот такой вот по доисторический парк. Он дает плюс 2 к денежкам. Но вокруг него мы обстроим обязательно. Территорию мы расширили дважды причем. Сейчас посмотрю, можно? Нет, уже нельзя. Больше нельзя. Что ты нам хочешь показать? Еще какие есть? Скидочки, скидочки. Неплохо, кстати сказать. Аргентинозавр, это заманчиво. Заманчиво. А еще что-нибудь есть интересное здесь? Стегозавр это. Нет, давайте еще полистаем. Новинка, Дунклеостей. А мы шеву вроде как уже того делаем, правильно ж? Да. Дунклеостея мы делаем. Да что ж такое, опять листать. Ну, пролистаем. Так, это Дунклеости как раз был. Давайте еще, может, здесь что-то такое более редкое есть. Нету, жалко. Ладно, пока побережем. Все побережем. Горячие скидки. Нам сейчас не до этого. Да, да, я же забыл вам пока... Не понял. Не понял. Остров Сорна еще будет. Да. Не понял. Здесь еще один остров будет. Ничего себе. Ну ничего себе. Вот, ладно. Всего их 2 у нас. Археотерий, да? Археотерий. И Дедикурус. Дедикурус. Наверное, так. Других нет. Так, посмотрим. Бесплатно у нас... А через сколько он будет? А через час. Этих у нас совсем мало. Смотрим, что у нас новое. Птерозавры. Ну что, у нас тут птерозавры. Давайте откроем, посмотрим. Да как-то он слабенько, что ли. Не кажется ли вам? Я ж могу еще кого-то поставить.
их нам больше не надо. Ваша команда не полна. Точно хотите? Да. Зачем мне еще тратить, если я двумя уложила спокойно? А я думал, с одного удара получится. Аргентинозавр. Все. Вся битва. Ничего сложного. Так, давайте дальше. Уже два. Этого мы оставим моем газавра на финал. Капрозуха. Да не знаю. Давайте так сделаем. Так. Аллозаврика, наверное. Ну и что-то послабее. Ну, вот. Так, наверное, где-то. Необходимо выбрать птерозавр 2. Вот в чем проблема. Раз. Два. Вот в чем проблема началась. Хорошо. А диплоток не вынес? Странно, ну ладно. Он диплоток и не вынес. Собственно, нет. Диплодок против аргентинозавра. Ну, посмотрим. О, я явно сильнее. У него одно в защиту ушло. Ну, собственно, да. Собственно, было это все несложно. Давайте третий финальный раунд пройдем. А что, здесь не дают крутить? Сейчас посмотрим. Может так. Двух птерозавров. Они у меня есть. Бесплатно. Раз. Два. Господи. Это ерундистика полная. Галилим. Да, я думаю, одного удара будет достаточно. Собственно, как я и думал. Коритозавр. Он два в защиту убрал. Вот зараза. Круто. Круто, круто, круто. Открываем набор. Бонитозаура. Круто. Круто. Друзья, круто. Продолжить. У вас есть один бонитозаур. Продолжить. Так, стоп. Это ладно. Это все ерунда. Что у нас тут по заданиям? Окей. Надеюсь, ты готов к следующей схватке. У меня для тебя сюрприз. Ладно. Забрать, забрать, забрать. Стой. Забрать. Примите участие в PvP-сражении. Конечно, водное. Самых сильных. Самых сильных бьем. Тем более, аммонит у меня. О, да. Так, PvP-сражение обязательно, да. Друзья, опять, блин, этот... Произошел сбой. И все мои сильные ушли в одно место просто. Пипец. Кем сейчас, как я сейчас буду? Еще 5 баксов ушло просто, и я не знаю куда. Ну, давайте хоть так пробовать. Будет он его менять?
Нет, он решил ударить. Один у него остался, правильно? А почему? Раз, два. О как. О как. Ну ладно. Два. А почему не прибавляют? Странно. Нет, он не вынесет меня. Раз, два и одну в защиту. Я, собственно, одним все и сделал. Собственно, да. По максимуму, чтобы уже это... Не волноваться, не переживать, собственно. Хорошо. Победа, победа, отлично. Крутанем. Ни о чем награда. Просто ни о чем. Забираем. Погладить животное. Ну кого мы погладим? А вывести у нас все занято. Ну кого? Да давайте. Тебя мы погладим. Замечательно. Погладить-то мы погладили. Нужно одного динозавра разместить. Покормить. У нас только динозавров нету. К сожалению. Кого размещать и кормить. Ну, через 56 минут один будет. Хорошо. Ну, это я уже, наверное, уже без вас мы это сделаем. Что у нас тут еще с боями? Что у нас тут интересное есть? И куда то делось? А куда тот делся? Ну, это... Меню схватки. А, мне нужно водяные. Давайте попробуем. Водяной. Против Нунзаху. Против летающего. Как раз стегозавр пойдет. А против тоньонгозавра... А хрен его знает. Аллозавр. Попробуем выполнить его миссию. Если он менять не начнет... Да подожди, а чего так? А у никого ничего нету, хорошо. Ну тогда два использую. Я что-то, друзья... Где-то я... Не очень хорошо поступил. Честно так сказать. А вот мне нужна замена. Против-то летающего. Один удар. Три у него пошли, что ли, в защиту? Ага. Будет делать замену. Четыре. Ни хрена себе. Раз, два... Раз, два. Вот так вот сделаем. Но этот меня вынесет сейчас. Да, 3-1. Ну и все. И все. Мы победили. Собственно, мы победили. Я все 5 заряжаю в атаку. Ничего сложного, абсолютно. Уровень схватки 17 открыт. У вас есть один нунандзух. Ох. Да, да, да. Отлично. Задание выполнено. Забрать. Замечательно. Задание. Повысить уровень трех динозавров. Это у нас закрыто. Хорошо. Да, но мы сейчас не будем это делать. Это просто меню схватки. Что у нас тут по событиям? Битва за выживание.
Да, я тут, видите, как... А, битва за выживание, это один должен быть. Скорее всего. Но мы сейчас попробуем, например, вот так вот выставить. Если вдруг я проиграю, я тогда пойму. Ну, первый не ушатал, а 90. О-о-о. 44. Так, хорошо. Раз, два. У него не было защиты? Ну, в принципе, два, раз, два, три, все, полностью запуливаем. Отлично. Битву за выживание мы прошли. Только для обычной X2. Меню схватки. А еще здесь что-то есть интересное? Ничего нету. Ну, одно ж мы с вами прошли битву. Ну, давайте попробуем стегоцефала и трицератопса. И поменяем их. Не прокатит. Даже если он использует два удара, не... А три? А у него все равно два осталось. Один. Один. Хорошо. Один, мол, в ноль. Один сюда. И один в защиту. Хоть бы он не выдержит. И мы проиграли. Да? Нет. Отлично. Отлично. С одного удара. А замечательно. Замечательно просто. Просто замечательно. Третий. Ютараптор. И травяных у меня. Ну, аргентинозавр пусть будет. Ну, с первого раза мы не выбьем-то его. Тритератопса-то. Но... Я как-то проморгал эту фишку, но ничего страшного. Аланка может, что... Нет, не должна меня выбить. Выбила? Ну, на то мне сейчас аргентинозавр вышел. Сразу три. Х3 делаем. Как замечательно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, победили. Ой, как хорошо. Открыли пакетик. Это с едой пакетик. Замечательно. Конечно, замечательно. Все. Прикроем. Здесь я до 9, но ничего не дает это мне. Анкилозавр не особо в наличии. И неозавр. А это только для VIP, да? Стоп. О, новое. Код 19. То есть динозавр сейчас хочет сбежать. Вот мы сейчас и будем. Нужно нажимать на кнопку, когда она будет синего цвета. Это он решил сбежать. Так, хорошо. Дальше. Отлично. Отлично. Третий раз. Четвертый раз. Хорошо, замечательно. И последний раз. Ура! Идеальная поимка. Замечательно. Сбежать хотел от нас. Но не сбежал. О, что-то новенькое мы с вами увидели.
Что нам по схваткам-то осталось? Два события без ограничений. Кто ему может противостоять? Тираннозавру. Кто? Точно не травоядные. А ничего другого у меня нету. Водяные какие. Кулазух есть. И все, да? Ну, можно один разочек еще какого-то слабенького. Топижару какую-нибудь. Ну, давайте вот так попробуем. И третья, ну да. Какая-то аланка будет. Ну, я надеюсь, мы выиграем. Должны, по идее. Ты посмотри у него что. Так он мне может высечь. А два будет у него. Охренеть, 132. Ход противника, у него два их. Но он два использует. Как ни печально, все от аланки зависит. Да, да-да-да, мы победили. Открыли набор, отлично. Тираннозавр. Охрененно, охрененно. Просто охрененно. Столкновение, ну и что? 1-1, в этом событии получите набор. Ну а как мне с ним сразиться? В этом событии. А чё она закрыта? Что, мы все, все, что можно, прошли. Это 35 уровень. PvP-шку мы прошли с вами. Наземно. Ну, 5 баксов отдавать не хочется. Ну, собственно, и все. Собственно, и все, да. На сегодня. Все самое интересное мы с вами прошли. Ждем новых динозавров. Да и вообще, все очень даже было неплохо и круто. Подписывайтесь на канал. Заходите, смотрите. Много чего интересного есть. Не только с динозаврами связано. Может, что-то вы еще для себя подберете. Ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Я надеюсь на вас. Так что нам нужно много-много людей. Пока что не так уж и много. У меня подписчиков хочется, конечно, чтобы нас было больше. Вам хорошего дня, вечера, утра, когда вы это смотрите. Все зависит только от этого. Хорошего настроения и не болейте. До следующих видео. Удачи, друзья. Удачи.